первый же год мой отец ушел на войну. В декабре, 22 декабря 1941 года отец погиб, защищая южные подступы к Москве. Мать получила такое извещение. Оно у меня до сих пор хранится. Осталась она с тремя детьми. Одна получала на детей за погибшего отца пособие, как я помню, 74 рубля. Мать все время трудные минуты нам рассказывала про своего отца и ставила его нам пример. Вот сохранилась фотография, которая была сделана после Дня Победы. У нас у мамы вот трое. Когда построили новый дом, мама, это было 1953 год, мама взяла фотографию отца с товарищем тут и сделала портрет отца, повесила на стену, и мы, когда никого не было дома, каждый с ним, с этим портретом, как с живым, разговаривали наедине, рассказывали все свои беды, радости. Было нам гордость свою, что мы что-то сделали хорошее. И иногда было нам стыдно перед ним, как перед живым, за свои нехорошие детские шалости и поступки. У нас не один отец участвовал в войне. Из его семьи участвовали в войне его два брата. Один Иосиф погиб, а второй Иван пришел с войны раненый и от ран быстро умер. Участвовали в войне его четыре племянника, то есть две племянницы и два племянника. Трое из них пришли живые домой. Одна умерла после ран в госпитале. Мы, я как помню, кого знаю, помню, мы о них даже и таковой я не видела. Мы о них храним память добрую, которую нам мать рассказала. Вот из рассказов матери, то есть рассказываем своим детям, своим внукам. В 1968 году в память о наших погибших земляках, и вот именно там имена отца моего и дяди родного, по матери дяди и по отцу дяди, имена занесены на обелиски в поселке Степной в 1968 году, куда мы вместе с детьми и внуками ежегодно, это у нас традиция семейная, идти с живыми цветами к этому памятнику, к обелиску, то есть, и на митинге участвовать, присутствовать. А теперь у нас еще появилась такая традиция «Бессмертный полк». 7 портретов мы сделали тех, кто родных своих, которые участвовали в боях в Великой Отечественной войне, и вместе с их, то есть я от семьи осталась уже одна, отцовской семьи одна, и я вместе со своими дочерьми, две дочери у меня, вот, иду бессмертным полком с портретами, и также со мной мои внуки.